Готова ли Махачкала к сюрпризам природы? Прогноз на ближайшие дни пугает довольно сильными морозами – от минус 10 до 15. При такой температуре городским службам придется работать почти в экстремальном режиме. Готова ли столица встретить очередные капризы погоды во всеоружии? Расскажет Патимат Ханапова. Для столицы республики любая непогода – это испытание. И вот снова прогнозы синоптиков неутешительные. С понедельника в Дагестане наступят морозы, которые всегда становятся проверкой на прочность для коммунальных служб и пыткой для жителей. При прохождении территории Дагестана температура понизится, осадки будут падать в виде. В частности, мы ожидаем в приморских зонах при прохождении фронта температуры ночью до минус 8, до 10. В мэрии сообщают, что к заморозкам они готовы. Коммунальщики уже подготовили спецтехнику. Есть наличие и запас антигололедных средств. 60 тонн реагентов, 1500 кубов песка и 187 тонн соли. Я думаю, что в принципе подготовка у нас идет в таком неплохом, хорошем режиме. Также подрядные организации, как я ранее говорил, действительно оказали содействие нам по уборке снега с городских улиц. И также обещают повторно помочь. Ну, работа вроде бы слажена, нормально идет подготовка. Насколько подготовка была эффективной, покажет время. Однако важно помнить, что надеяться стоит не только на коммунальщиков, но и самим быть бдительными и ответственными во время непогоды. Например, нередко водители, неправильно оценив обстановку, выезжают в гололед на летней резине, тем самым подвергая риску себя и других. А пока одно точно радует. Зима вступит в свои права ненадолго. Столь низкая температура в столице продержится всего несколько дней. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости. ННТ, Махачкала.